Ребята, всем привет! Вот и наконец-то мы выбрались на наш долгожданный семейный отдых, о котором я все говорил. У нас наконец-то потеплело. Сегодня жарит солнышко, плюс 16, плюс 20 обещают. И мы наконец-то выбрались с нашим рыбачком. А вот и моя семья, ребят. Всем привет! Моя супруга Анастасия и наш сыночек Демид. Демка, ты на рыбалку с папой, с мамой приехал, да? Маленький карапуз. Ребятеночек еще только проснулся. Еще веселья у него нету. Но сейчас будем что-то снимать. Посмотрим, может, рыбка будет клевать. Пожарим шашлык. Будем, в общем, отдыхать. Вот такая красота, ребят. По приезду сразу же поставил мангал. Обязательно мангал нужно использовать, так как сейчас, ребят, режим такой повышенной опасности, очень жарко. И обязательно мангал. Ну и, конечно же, рядышком, чтобы было ведро с водой хотя бы. Сейчас сразу пожарим шашлычок. Потому что кто его знает, нашему главному рыбаку, когда захочется домой уже. Вот такая красота. Угли подрумянились, да, уже? Да? Здесь у нас, ребят, такая будет лаунж-зона для взрослых. Немножко побалуемся кальянчиком. Еще по приезду тоже одно из самых главных — это прибрать территорию. Лишний мусор сжечь можно, либо забрать с собой. Эй, Дема, рыбачок мой любимый, слюни текут от такой рыбалки, скажи. Самое главное, рыбачок довольный. Демид, сыночек, ты мой золотой? Закинули уже одно удилище. Ну, по большей части приехали на отдых, но за крупным-то сазаном приехали-то все-таки. Ребят, здесь красивое озеро. Водится, ну, говорили мне, карась, ротан, знаю, водится. А больше, в принципе, не знаю. Это озеро в Тюменской области, озеро Ипкуль. Красота вообще. Лес, а озеро находится посреди лесов. Ну что, ребят, пока у нас греются угли, нарежем салатик. Как это к шашлыку? Без салата такого не бывает. На природе режем все крупными кусочками.
доволен природе? А? Демид? Сыночек? На природе с папой, с мамой отдыхает, да? Кайфую, скажи, солнышко, природа. Да, карапуз наш? Сыночек, а теперь ты посвящаешься в рыболовные рыцари. Пусть это будет твоя маленькая первая удочка. Личная. Держи. Держи удочку. Держи хорошо ручкой. Отпускай. Ремень отпускай, держи ручкой. Держи. Вот. Личная удочка, скажи. Довольный, сразу облизывать. Подрастешь, будешь вместе с папой и с мамой ездить на рыбалку. Мама еще тоже та рыбачка. Ребята, вот и первая партия шашлычка. Запах просто вообще, просто песня. Мариновали сами, это не покупной. А вот еще у нас шашлычок будет в другом рецепте. Здесь у нас чисто крылышки. Ребята, запашок вообще просто. Вкуснятина. Буду нанизывать тоже на шампурики. Барбекюшницу что-то взял. А дома ее не клянул. Она что-то заживела, пока лежала на балконе за зиму-то. Ну, ничего страшного. Ребят, у нас еще один деликатес будет. Это грибочки. Они тоже маринованные. Сейчас на углях дойдут. Вообще пушка будет. Сегодня, увы, не получается так заснять рыбалочку, конечно, как раньше. Но нет-нет, карасика полавливаем. Ребят, ну и как же у нас без чая? Чай на природе — это самое вкусное после хорошего шашлыка, мяса. Так, сыплю 3 щепотки на глаз и даем настояться. Ребят, на природе чаек вообще просто пушка. Свечерело уже. Чай горяченький после мяса, вообще супер. Сегодня погодка нас вообще не подвела. Весь день солнышко, тепло, хорошо. Надеюсь, сыну очень понравилось. Умотали его, храпит там вовсю в колясочке.
Вот такой у нас сегодня семейный отдых долгожданный. Ребят, мы еще кое-что успели поймать. Несколько карасиков. Один такой ладошечный. Но цель у нас была только отдых. Поэтому всех отпускаем. Пусть плывут, подрастают. Плывите, братцы. Оп. Ребят, ну что, отдых наш подошел к концу. Мы будем собираться домой. Отдохнули вообще прям, пушка прям. Природа, красота, сынок очень довольный, еще успели порыбачить даже, блин, вообще мясо покушали, чаю попили на природе, вообще очень по красоте. Надеюсь, таких у нас выездов будет на природу еще больше, сынок будет взрослее, будет уже понимать все, уже скоро начнет бегать. Ну что, будет мне помогать собираться как раз, сейчас пока супруга у меня с ребятеночком, буду собираться. Ну что, ребят, надеюсь, вам всем понравилось. Обязательно подписываемся на канал, ставим палец вверх. Всем спасибо за просмотр, мы домой. Пока-пока.